Вот такой вот Optimus Prime. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Гардероб у меня эксцентричный, как у Филиппа Киркорова или Баскова. The song is called Winnowing Moon. Тамада, человек, который профессионально выполняет обязанности распорядителя какого-либо торжества, пира, застолья, занимающийся развлечением, увеселением участников, а также просто человек, принявший на себя эти обязанности. Сегодня гостем нашего шоу является знаменитый ведущий Виталий Манджиев. Тогда, почему же все-таки ведущий? Не тамада. Все дело в том, что в понятии современного россиянина тамада — это такая тетка или такой дядька с противным голосом, который на свадьбе мешает поесть, пообщаться, заставляет мужчин переодеваться в женские наряды, женщин в нелепые костюмы, портит прически, раздеваться, перекатывать яйца из одной штанины в другую, обматываться туалетной бумагой и позориться любыми возможными и невозможными способами. Такое восприятие возникло не случайно. К сожалению, за проведение свадеб и других праздничных мероприятий часто берутся люди, не имеющие соответствующего уровня образования и культуры поведения, общения. Представления о веселом празднике у них именно такие, но не будем их осуждать. Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. И поверьте, есть немалый спрос на такие программы. Ну что ж, дорогие друзья, мы начинаем! Откуда вы родом? Ну, родился я в городе Элиста, здесь и проживаю, но в детстве 2 года, до 2 лет я жил в поселке Киченос. Вы учились в какой школе? Учился я в 20-й школе, а потом я ушел в профессиональный лицей номер 7 и продолжил обучение в Пятигорском университете на должности экономист. Экономист? Ё-моё, вы умеете зарабатывать бабки? Почему выбрали именно специальность экономиста? Специальность экономиста тогда была очень модна. Ну, как и всегда, там, модные юристы, экономисты. Ну, я подался в ЕНИУ и, конечно, туда поступил. Ну, скажем так, учеба была интересная, много что мне дало в плане понимания финансов и денег, как это, к ними обращаться. До сих пор с благодарностью при нем вспоминаю своего учителя по менеджменту. Очень классно. Очень многие такие моменты, которые я потом применил в жизни. Вообще, я учился в профессиональном лицее номер 7, простонародье кулинарка, поэтому я повар, кондитер, официант, или можно там еще что-нибудь добавить. Такая профессия, которая жизни очень пригодится. Но дома, как ни странно, я не готовлю, несмотря на то, что я закончил на красный диплом. Вот. Но учителя, которые, где учился именно, они помогли раскрыться мне как личности. Круто, круто. А вот было сложно вам учиться в университете? Может, вы где-то подрабатывали? Ну, моя учеба в университете, да, то есть, знаете, она происходила так. Меня не часто как бы так прям видели на занятиях. Тогда именно в тот период началась моя активная общественная деятельность. Это выезды по районам, различные тренинги. Я ушел в общественную организацию, и там, скажем так, мое активное студенчество проходило именно там. Зарабатывать начал деньги, ну, где-то лет, наверное, с 10, с 12. Как это получилось? Дело в том, что у меня мама, 2 детей и мать-одиночка. Тяжело немножко было прокормить, но сами понимаете, 2 детей, старшая сестра. И, наверное, помнит каждый тот период, когда не было денег ни на что. То есть, когда хлеб делали сами, просто брали муку, воду, жарили на сковородке, и это был завтрак, обед и ужин. Именно в тот период я начал подрабатывать на бензозаправке, то есть, знаете, тогда, как в фильмах, подбегает мальчик, вставляет пистолет заправочный, да, и за то, что он как бы помогает, ему там небольшие копеечки. Вот именно с этих денег как бы приносил домой как бы небольшое, ну, подспорье. Однажды мама говорит: оставь себе эти деньги, но я не мог тогда оставить, я купил тогда шоколадку, самая крутая Альпенголь тогда такая, фиолетовая или зеленая. И потом мы все вместе с удовольствием ее съели втроем. До сих пор такие теплые воспоминания. Но работать было немножко тяжело, потому что там была такая конкуренция между дворовыми ребятами, кто лучше, то есть целая очередность у нас была. Работал официантом лет, наверное, уже 17-16, пошел работать официантом, подрабатывать в свободное от учебы время. Там как раз это все совпало именно с обучением моим. Я все свои навыки, скажем так, официанта я применял, знал, как это все обслуживается. И тогда
ну, скажем так, было очень модно и круто, когда тебя, ну, знаете, в ресторан пришел, и официант тебе раскладывает. Это сейчас как бы в порядке вещей, но на тот период рестораны только-только, скажем так, открывались, и сходить в ресторан — это было такое дорогое удовольствие. Скажем так, это был год где-то 2003, наверное. 2004 где-то вот в тот период. Ну а после уже в 2005 году, после общественной организации, меня уже пригласили работать в Центр молодежи. Там я проработал порядка 9 лет. Да, прошел от 0,5 ставки специалиста как студент, потом поднялся до старшего специалиста, главного специалиста, начальника отдела хозяйственно-технического, потом был отдел ОСПРВО уже. Сейчас я не вспомню полную вот расшифровку, ну, то есть моя такая карьерная лестница прошлась по всем отделам, везде получилось побывать в роли, скажем так, начальника отдела, вплоть до заместителя, то есть иногда исполнял обязанности, и исполняющего обязанности там директора. То есть довольно-таки опыт руководящий именно работы с коллективом довольно-таки большой. Это также пригодилось мне в жизни. Опыт работы у вас большой, как я понял. У вас такой путь тернистый был. И очень круто то, что вы сейчас добились всего. А вот я хотел спросить, как вы пришли к профессии ведущего? Ну, сами понимаете, не дают такой диплом, знаете, нет такого учебного заведения, где сказать: все, держи, иди работать ведущим, иди работать тамадой. То есть это, скажем так, совокупность всех этих умений, оно пригодилось. То есть работать с молодежью, на Центр молодежи все-таки, работать диджеем, то есть я сидел на аппаратуре, включал музыку, да. Ауа, эйджи. Пригодилась работа еще. Быть просто ведущим на концерты, мероприятия. И самый первый мой такой, скажем, опыт, ну, он начинался, скажем так, с диджея и с волшебного, как говорится, пенделя, да? То есть именно поработать ведущим. Как прошла ваша первая свадьба в роли ведущего? Давайте начнем с самого неудачного опыта, самый первый. Это был такой юбилей на 6-7 человек. Нас попросили просто провести, ну, чтобы такое. Вот. Мне было очень стыдно, потому что как бы нас двоих позвали, но я был сопомощник. Но получилось так, что все легло на мои плечи, и все смотрели на меня. Ну как так? Ну как ты провел? А получилось, кстати, самый мой первый опыт, вспоминая его. Это был опять-таки поселок Якочинос, там мои родственники, и там проходила свадьба. Я говорю: ну, я принесу вам аппаратуру, не проблема. Вот. Но родственники, когда пришел, они говорят: а что, ты не будешь ведущим? В общем, в течение 2-3 часов они искали ведущего. Эти попытки были неудачными, ну, я махнул рукой: давай. Вот. Ну, прошло, скажем так. Гостям понравилось. Все были немножко родные, близкие, немножко вот это и помогло. Да, гостям понравилось, они говорят: ну классно провел, что ты переживаешь. Но я как бы себе очень самокритично так всегда относился, поэтому мне этого было недостаточно. Но первый опыт прошел, и как бы он закрепился во мне, что все-таки я могу это проводить, такой прям именно свадебный, что я могу проводить, что все-таки не ударил грязь лицом, ну, шероховатостями, конечно, это первый опыт. Сказали то, что вы провели свадьбу, но... А может, у вас был учитель, который вас направил на этот путь стать ведущим, помог вам в чем-то? Ну, скажем так, не то чтобы учитель, не то чтобы наставник. Я работал на тот период, у меня был мой друг, мой коллега. Очень тепло всегда его вспоминаю, мы даже с ним всегда встречаемся, здороваемся. Это Мерген Демкин. Он в тот период очень хорошо себя показывал в качестве ведущего. И вот я был тем человеком, который сидел на аппаратуре, кому постоянно говорит: поставь что-нибудь такое нормальное нашего времени, поставь калмыцкую, что-нибудь такое. Вот. И я смотрел, как он ведет, то есть когда это на 25-50 раз ты видишь, как человек работает, именно вот его, скажем так, опыт мне пригодился. То есть я уже просто первый раз решил некоторые его моменты продублировать. И, ну, скажем так, другого живого примера не было. Вот, это, скажем так, мой самый первый учитель в этом, это Мерген Демкин. У вас есть поклонницы? Расскажите интересные истории с ними. У меня три ярые фанатки. Это что купил, что принес, и есть что-нибудь вкусненькое. Это мои любимые две дочки, моя жена. Вот, когда я прихожу, сразу две дочки подбегают: что купил, что принес. Вот. Ну и жена,
как и любая девушка, наверное, любит что-нибудь вкусненькое. Вот, ну ты же тоже интересуется, что-нибудь вкусненькое, когда зарплата, когда придет, где деньги. То есть это мои ярые фанатки, от которых никуда не деться, да, и они обычно, если я что-нибудь не исполняю, они наваливаются и требуют очень так усиленно. Йоу-йоу-йоу-йоу, поехали ко мне в логово. Мы сейчас едем в офис, мы сняли его относительно недавно, сделали там ремонт небольшой такой в стиле лофт. Мы его пока еще дооформляем, я думаю, что будет еще интересно, почему туда и почему в офисе. Ну, там небольшая группа ведущих, мы объединились, как говорится, одна голова хорошо, а две мутант. Поэтому мы фонтанируем разными идеями, пытаемся что-то новое придумать, предложить разные, скажем так, сейчас модное слово, фишки, приколы, юмор и многое-многое другое. То есть и там проходят определенные репетиции, стараемся составлять новые сценарии, новую подачу, чтобы было, скажем так, интересно заказчикам. Виталий, скажите, пожалуйста, вы сами пишете тексты к торжествам? Ну, тексты мне пишут сами заказчики, обычно там семья Ивановых, Петровых, Санджиевых, Манджиевых, вот, их просто объявляют, да и микрофон, и резко убегают, вот, и как-то так. Задача вовремя спрятаться за пультом диджея. Ну, а если серьезно, то как таковое, то есть тексты, именно само сценарий, то здесь, в общем, необходима сама грамотность ведущего, то есть вообще, как бы, ведущим по умолчанию не может быть человек, не умеющий говорить. То есть умение говорить и закрывать определенные паузы, это, скажем так, его или нужно учиться, или это сам человек сам, ну, скажем так, сам по себе. Ох, вот что я наговорил. Ну ничего, спадим бокалы. Окей. Какие планы у вас на будущее? Поделитесь с нами. Планы, конечно, как всегда, грандиозные. Но в целом задача сделать так, чтобы это было всегда интересно, скажем так, вкусно и прикольно. Дело в том, что сейчас очень, ну, часто у нас в Калмыкии приходят именно национальные свадьбы. Что это такое, да? То есть это калмыцкие традиции, обряды, определенные юряли, благопожелания. Но получается так, что когда собирается стандартная калмыцкая свадьба, 200-250 человек, в ней обязательно присутствует не только старшее поколение, не только среднее, но и молодежь. И приходится нам находить определенный консенсус, то есть между старшим поколением и молодежью. И задача, скажем так, найти золотую середину, чтобы всех, скажем так, определенным образом удовлетворить, сделать их счастливыми после проведения торжества. Но сейчас идея такова – провести два раздельных мероприятия. Например, для старшего поколения провести именно калмыцкую традиционную свадьбу в классическом формате, то есть где юряли, благопожелания, поздравления, очень много выступлений со стороны гостей. То есть это вот, например, собрались гости, среднее, старшее поколение, и для них это будет, ну, реально самое классное, где и песни будут в их формате. Но для молодежи, допустим, ну, представим, что ты жених. Да. Да, вот. Представим, что ты жених, да, то есть у тебя большая-большая свадьба. Приходит очень много гостей, и у каждого свои пожелания, особенно это касается музыки. Мы хотим там Бонни-М, мы хотим там Моргенштерна, мы хотим это все. Это только музыки касается, а само проведение торжества, очень много таких нюансов, подводных камней. И приходится, скажем так, да, то есть ведущему варьировать между пожеланиями всех заказчиков, ну, основного заказчика, скажем так, и пожеланиями всех гостей. Так вот, мы предлагаем следующее сейчас, да, то есть мы попробуем это, получится, не получится, покажет время. Например, ты приглашаешь всех родственников старшего поколения, и мы для них это проводим. И отдельная часть молодежи, например, все твои друзья, твоего возраста, там, коллеги, может быть, одноклассники, может быть, там, братья, сестры, это небольшая группа, 50-60 человек, мы празднуем после. Мы празднуем после, да, то есть, например, в субботу ты сыграл свадьбу, в воскресенье отдохнул, ну и где-то, может быть, в понедельник уже в небольшом кафе ты собираешься только с своими друзьями и проводишь так, как тебе душа лежит. Вот прям реально классно, кайфово. То есть ты можешь прийти уже не в таком пиджаке, можешь прийти, скажем так, просто в рубашке, хоть в футболке. А невесту уже можешь не одевать пышное такое платье, тем более, что это очень так трудоемкий процесс. Одевание, мейкап, прическа, то есть можно прийти к какому-нибудь такому современном или в вечернем платье. И здесь уже, собравшись чисто своими друзьями, можно оторваться по полной. Мы хотим это назвать такая хард-вечеринка, то есть жесткая, где можно пошутить, поприкалываться, где можно подколоть соседа, гостя, где можно провести конкурсы, которые, скажем так, останутся
только вот среди друзей, где можно подготовиться индивидуально каждому какие-то шутки. То есть, например, одноклассники помнят, как когда-то во втором классе ты там уснул там, за партой, и тебя там увидели что-то еще, они могут вспомнить этот момент, и мы в этой компании можем как-то этот момент раскрутить, обсудить, то есть и рассказать. Это гораздо душевнее, интереснее и более, скажем так, узконаправленно, когда не просто бьется по площадям, да, а бьется именно точечно. И это гораздо класснее, круче. Я думаю, что мы с коллегами, я в том числе, мы, думаю, справимся с этим. Вы до этого не проводили такие хард-вечеринки? Ну, скажем так, случайно получилось, тем более в период пандемии, случилось так, что нужно было собирать именно по 50 человек, не больше. И это пришло, скажем так, спонтанно, опять-таки. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Ограничение на количество гостей 50 человек. Стандартная свадьба, торжество. Ну, у невесты было утром, а у жениха должно быть вечером. Так вот, утром провели, классно, супер. А вот на получилось так, что утро с 10 до 2, дальше с 3 до 6, это вот именно сами родственники, старшие поколения, именно им было чисто все по-калмыцки, традиции и прочее. И вот с 7 до часу именно было чисто молодежь. Я проводил именно утреннюю и, скажем так, ночное торжество, где была молодежь. Ну реально, было круто, было классно, мы отдыхали прям по кайфу. А, как это говорят? Обстановка по кайфу. Мы все вместе танцуем, веселимся. Ну, реально было интересно, классно. Я подумал, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Почему бы вот такое не провести еще раз? И молодежь реально понравилась. Старшему поколению тоже понравилось. Почему бы и нет? Не просто всех совмещать, да, вот так, да, масло и воду, да, а отдельно все это сделать и каждого, скажем так, согреть своими эмоциями, конкурсами, песнями и так далее. Следующий вопрос. Помогаете ли вы своим коллегам с заказами? Конечно. Особенно я помогаю Геннадию Кикееву. Мы звоним, братан, ты там не голодуешь? Он говорит, братан, помоги. Да, и все такое. Ну, я говорю, ну, давай там, держи заказ, юбилейчик. Он еще говорит, спасибо большое. Ну, кроме шуток, конечно, помогаем друг другу в плане того, что бывает, что некоторые даты свободны, мы между собой общаемся, то есть, да, переправляем заказы, бывает, звонят заказчики, и так как мы заняты, мы стараемся отдать им как-то, ну, хотя бы, чтобы, потому что найти ведущего бывает порой очень сложно, мы где-то отправляем номера телефонов, подсказываем, кого можно там взять на торжество, вот, ну, как-то так. Скажите, пожалуйста, какая география ваших мероприятий? Астрахань брал. Бог брал, шпага не брал. Ну, география, на самом деле, большая часть работ происходит именно в нашей республике. Все районы, районные центры, поселки. Но получается так, что иногда приезжают гости со стороны. Вот именно они, увидев, как это все происходит у нас, частенько приглашают за пределы республики. Самое первое торжество мое за пределами произошло в Краснодарском крае. Краснодар, вот, это был корейский годик. Ну, представляете, Краснодар, собираются все вот такие вот, да, то есть проходят мероприятия, и в ресторане не поймут, кто там, корейцы, китайцы, вот, сами корейцы, ведущий калмык, вот. Когда они посмотрели, как я провожу, ну, немножко так похвастаюсь, можно же, да? Да, в рамках нашего интервью, да, когда они увидели со стороны, дело в том, что хозяин и, скажем так, официанты, они тоже смотрят, оценивают, как это все проходит. Так вот, им очень понравилось, и они взяли у меня номер телефона, говорят, можно мы вас будем приглашать. Оттуда потом звонили и спрашивали, сколько, ну, могу ли я провести. Но дело в том, что до Краснодара ехать довольно-таки далеко, проблематично, а так, конечно, с удовольствием. Но когда они мне сказали, что, говорят, знаете, говорят, ваша работа, которую вы сейчас провели, там, да, то есть за такую сумму, которую, в общем, берут 60 тысяч, я говорю, я у вас остаюсь. То есть просто провести то, что я проводил тогда я, то есть она стоила 60 тысяч, я говорю, да неужели, говорю, серьезно, говорю, да, то есть вы очень классно провели, говорю, сумма у вас была, ну, скажем так, давайте откроем секрет, да, то есть вместе с дорогой туда-обратно, проведение где-то стоило у меня
2013, то есть, представляете, да, то есть, где-то вот так, то есть, ну, это было в самом начале, скажем так, да, то есть, но, тем не менее, следующий, куда я ездил, это Краснодар, Пятигорск, Москва, куда еще ездил? Недавно ездил на Кубань, вот, самый интересный такой момент, то, что тоже там именно такие, у каждого народа есть свои определенные традиции, и ведущий обязан знать эти традиции, или хотя бы, если он не знает, то хотя бы спросить, как они все проходят, потому что можно попасть в просак. Одна из очень интересных таких традиций, на следующий день родителей купают. Купают, ага. Да, то есть происходит так, то есть свадьба происходит два дня у них, вот, то есть прошло торжество, на следующее утро ставят вот такой вот котел, ну, скажем так, да, то есть кастрюлю, в ней суп. Специальный бульон, варят его, по-моему, из курицы, и вот этот бульон они как бы раздают гостям, но вот без ложек, то есть они наливают в чашку, дают, но ложек нет, а вот ложки они должны купить, да, да, ложки должны купить, и эти деньги уходят, скажем так, молодоженам, то есть вот такая традиция, если у нас там деньги кидают в шалбур, в подушку, да, то есть, то у них вот так. Да, то есть, и они, как бы, скажем так, поправляют свое здоровье с похмелья. Далее родители переодеваются, их купают либо в речке, либо в бассейне. Это проходило в центре таком гостиничном, где ресторан, бассейн и все остальное. И вот они в детском костюме, то есть, как будто бы они заново обновились, как, ну, как дети, их прям, все гости прям сбрасывают в бассейн, они там купаются. Вот, то есть, да, то есть вот такое, то есть как они, то есть как новые дети, как, то есть отдали, женили своих детей и прям купают. И, конечно же, разница в том, что большая часть свадеб, торжеств или прочее происходит сразу с двумя сторонами. То есть сторона жениха, сторона невесты, но это в целом не более 60 человек. Не то, что наша одна сторона, человек 300 пришли. Вот, была свадьба 540 человек, да, то есть это такой стадион олимпийский, я вас не слышу, да, следующий выходит, выходили, ну, понимаем, да, выходил человек 60, и они только одно поздравление, да, хотелось так пробежаться с микрофоном, кто успел, кто-то сказал, мы желаем, подождите, а еще счастья, здоровья, кашу, ну, кроме шуток, конечно. Вот, ну, бывают у нас такие свадьбы, когда очень много гостей, нужно суметь, чтобы за время торжества, за эти все 6 часов условно все поздравили, успеть провести дискотеку, успеть провести конкурсы, спеть, пригласить артистов, то есть это все так, то есть это такое нон-стоп, то есть ты в режиме этого действуешь. Но как ни странно, тяжелее всего проводить торжество без тостов. То есть, без тостов. Никто вообще не хочет говорить тосты. Или... Да, нет, просто есть торжества разные, да, то есть особенно именно, скажем так, за пределами республики нашей Калмыкии. То есть происходит торжество без поздравлений. Как правило, самые родные мама, папа поздравили, братья, сестры, все. Дальше, да, дальше ты должен крутиться как хочешь, как можешь, как умеешь. То есть все на тебе. Поэтому там идет, скажем так, я называю это каскад, да, то есть мероприятие. То есть пошла песня, потом конкурс перешел в конкурс, потом еще песня, потом, то есть ты работаешь вот так вот. Не переставая. Поэтому даже когда бывает такого времени, не успеваешь подойти к диджею и сказать ему, что сейчас будет это. То есть ты должен его понимать с полунамека. Он такой, а сейчас для вас прозвучит. И он такой, а, окей. То есть это сработка с диджеем. Обязательно мы работаем в паре, потому что невозможно работать одному. То есть бегать, включать музыку, подключать проектор. Все это такое в тандеме. Поэтому на самом деле работа ведущего, это не только ведущий, это еще его напарник. Тот человек, на которого он, сейчас сказать, опирается, он не видит, боец невидимого фронта, так скажем, на него не обращает внимания, но от него зависит тоже очень много, эмоциональный настрой, музыку правильно включить. Иногда вовремя включенная мелодия, да, создает взрыв эмоций, то есть такой прикол, шутка и так далее, подобранное. Но это мы все, конечно, репетируем с ним заранее некоторые фишки, но бывает так, что, ну, импровизируем. Вот, классно. Дима, привет тебе. Привет. Я его не знаю, но просто привет. Вы проводите очень много свадеб. Расскажите про свою свадьбу. Как она проходила? Как вы познакомились со своей женой? Это вот так вот. Помните историю? Это вот так вот. Тогда я, честно сказать, не сильно занимался свадебными торжествами, но попытался максимально то, что я умел, то, что знал, подготовить. Ну, представляете, ну, скажем так, мама уже пожилая, да, то есть, и, конечно, ей все эти перипетии, все организационные моменты были тяжелы. Поэтому все легло на мои плечи.
я организовывал и поиск ведущего, и фейерверк, тогда это было, ну и сейчас это модно, но тогда, то есть, вау, круто, фейерверк, что артисты и все остальное. Вот, нашел ведущего, я тогда не знал, что нужно искать, его нужно было где-то за полгода. Да, то есть хорошего ведущего ищут как минимум, ну у нас в Калмыкии лично за полгода ищут его, бронируют. А иногда даже некоторые за год, вот есть такие прецеденты, сейчас у нас декабрь, но уже на август месяц уже некоторые поставили бронь, то есть уже не запланировали и четко идут к своей цели. Вот, я начал искать ведущего, ну как обычно, за месяц. Вот, за месяц и скажем так, песня есть такая, я его слепила из того, что было. Вот. То, что было, того нашел, провел. Ну, очень много было шероховатостей. И даже я со своим, скажем так, начальным уровнем знания ведущего, я видел, как много таких моментов, которые можно было не говорить, не проводить. И, то есть, было видно, что этот ведущий теряет публику, скажем так, не удерживает. Я сам очень нервничал. Большая ошибка брать на себя ответственность. Нужно делегировать ее максимально. Потому что за свадебным столом ты никак не можешь так сильно повлиять на ведущего. Хорошо, что у меня был мой друг, свидетель, я его постоянно толкал. Это артист. Иди сходи, предупреди. Иди. То есть его постоянно туда-сюда бегал. Вот, спасибо ему большое. Боря до сих пор помнит, как это происходило. Вот, ну, в целом, скажем так, да, то есть для гостей это было, ну, интересно, классно, но и когда ты знаешь, окунулся в эту атмосферу, ты уже видишь, как она должно было бы проходить. Скажите, пожалуйста, какое у вас увлечение, может, есть какое-нибудь хобби? Основное хобби у меня, наверное, поспать до обеда, вот, конечно, семье не очень приветствуется, но, если честно, скажем так, относительно недавно, начал просматривать, случайно, в общем, получилось так, я увидел мультик про трансформеров и вспомнил тогда еще в самом детстве, может кто-то помнит, самые-самые первые такие трансформеры, и как-то в ютубе все это все, один за одним произошло, и мне очень захотелось трансформер, прям душа лежала, трансформер, и в итоге, в общем, я нашел на сайте, очень так окунулся в этот, в общем, оказывается, фанатов этого довольно-таки много. Если есть современные, но которые кинофильмы, то мне хотелось именно к первоистокам, и поэтому заказал, то есть оригинальный, ну, давай я покажу. Вот такой вот Optimus Prime, оригинальный из G1, Generation 1, это вот самые такие, это, скажем так, его команда из напарников, вот, пока что я собираю, это дело, оказывается, ну, на самом деле, не очень-то и дешевое, вот, стоит эти, скажем так, увлечения игрушки не дешево, но и недорого, поэтому я только, скажем так, потихонечку их коплю, собираю, может быть, это будет просто, скажем так, увлечение, которое прошло, а может быть, мне понравится, и в любом случае, эти игрушки не пропадут, можно их, если что, подарить племянникам, деткам. А так, честно сказать, мне очень нравятся трансформеры. Вот, и а Мегатрона нет? Мегатрон, ну, надо накопить денежки на Мегатрона и его приобрести и как-то поставить. Тем более, что сейчас данные игрушки очень подвижны. То есть можно в любой экспозиции их поставить, как-то сделать, то есть какую-то такую стойку благородную там. Автоботы, объединяйтесь и все остальное. Ну, скажем так, может быть детское увлечение, как и увлечение там, нумизматикой, собирать марки, то есть, ну, просто хобби, да, у человека есть. Мне очень нравится, как-то так, коллекционирую, тем более, что очень оригинальный. И, знаешь, хочу сказать, что данное увлечение в России, в Европе, и вот эти оригинальные трансформеры со временем, они, скажем так, как картины, дорожают. То есть я был очень удивлен этому, то есть вот самые первые трансформеры, которые только-только выпускались, через 10-15 лет прошло вот с того периода, то есть они стоят довольно-таки дорого и продаются там на сайтах, такие как eBay и прочее, да, то есть они прилично стоят, и прям есть прям фанаты этого. Ну, я думаю, немножко приобщиться к этому, ну, получится, не получится, время покажет. Может, через 10 лет она будет стоить $1 миллион. Ну, вряд ли миллион, но определенную сумму, да, тем более, что оригинальный. Ну, вы правы, да. У меня был знакомый, он коллекционировал монеты, нумизматикой занимался. И сейчас она стоит очень дорого. Вот есть монеты, вот во время СССР он коллекционировал. И сейчас они стоят в пределах $1000.
мне об этом говорил, и я был в шоке. Может, я... У меня, кстати, тоже дома монетки есть, но это было увлечение, скажем так, лет с 12, где-то я так начал коллекционировать разные, там у меня есть и с царской России, вот, может быть, надо их как-то нумизматом попробовать продать, с царской советской России, потом есть там различные с разных стран, ну, так, это такое увлечение, лежит в таком... В баночке такой лежит и лежит, ну как так, ты мне напомнил, кстати. Можно продать их, да, бизнес. Пополам. Вот, сохраняйте монетки, может быть через 10-15 или 20 или 30 лет это будет прям котироваться в цене. Сардор Какао, я смотрю на тебе костюмы, и по твоему желанию я привез эти костюмы, хочу тебе показать. Пойдем. О, круто. Гардероб у меня эксцентричный, как у, не знаю, Филиппа Киркорова или Баскова. Смотри, вот такой костюм, если хочешь, можешь примерить. Есть, знаешь, это такой, это нирвана для людей, которые, они подходят тебе так и делают. Особенно дети, когда ты пробуешь это костюм, они подходят, и тебе это начинают делать. Так. Релакс. Вот, да, релакс. Костюмов очень разных, очень много разных таких на любой вкус и цвет. Такие яркие, стилизованные, калмыцкие, такие, всякие, то есть... Для чего это нужно мне? На самом деле, нужно любить свое дело и ярко выделяться, то есть не быть обычным. Когда собирается 200 человек, где найти ведущего? Приходят такие же парни, мужчины, да, солидные и не только, да, то есть и все они, как правило, в классических костюмах. Как среди них выделиться? Как сделать так? То есть для того, чтобы... тебя воспринимали как ведущего, нужно как минимум минут 15, да, то есть ты берешь микрофон, ты говоришь, они тебя воспринимают, а здесь ты должен как ярко выделиться, то есть, как говорится, встречает по одежке, а провожает после банкета. Да, поэтому нужно как-то изначально о себе заявить, это, скажем так, выделиться, это, скажем так, моя фишка. У каждого этого ведущего должна быть своя определенная такая фишка, но в скором времени я думаю даже от этих костюмов, может быть, отказаться вообще. Потому что нужно еще что-то новое, не стоять на месте. У тебя, по-моему, был вопрос про конкурентов, как с ними справляться. Надо просто быть лучше, стараться каждый раз, шаг за шагом, что-то новое придумывать. Если сегодня у тебя, там, допустим, такой галстук, то нужно что-то другое. Если у тебя было, то есть не стоять на месте, развиваться. Потому что под лежачий камень вода не берет. Ты должен быть сам по себе интересным, должен быть завлекательным. Тебя должно быть не только приятно слушать, тебе должно быть приятно смотреть. Свои минусы превратить в плюсы. А плюсы усилить и сделать круче. Поэтому именно так, таким образом ведущий становится, скажем так, интересным. Что для вас родина? Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, поле, каждый колосок. Речка, небо голубое, это все мое родное. Всех люблю на свете я, это родина моя. Что бы вы пожелали зрителям РИА Калмыкия? Смотреть Сардор Какао, вот, быть в курсе всех новостей, как говорится, предупрежден, значит вооружен. И всем крепкого здоровья и отличного настроения в преддверии Нового года. Пока! Пока! Подписывайтесь на канал РИА Калмыкия, ставьте лайки, комментарии. Подписывайтесь на РИА Калмыкия, ставьте лайки, подписывайтесь на него, на меня, на всех, да, на прочих, да. Вот, скоро все ссылки разыграет. В описании. The song is called Winnowing Moon. Какао.